Мы из Чечни, чеченская диаспора в Лондоне. Многие из нас в большинстве своем жертвы той же агрессии против чеченского государства со стороны Российской Федерации. И мы сегодня здесь, чтобы целиком поддержать Украину за ее территориальную целостность и за ее свободу, за нашу и вашу свободу. Скажите, пожалуйста, что вы думаете, стоит предпринять, какие меры сейчас нам, украинцам, и вообще всему сообществу мира? Я скажу насчет украинцев сначала, а потом насчет сообщества. Украинцам сегодня нужна, как никогда, нужна солидарность, нужно единство. Вам сегодня не нужно поддаваться панике. Враг большой. Он кажется таким. Внутри России есть масса, миллионы людей, которые хотели бы жить в нормальном государстве, в нормальном процветающем государстве, где не правит какая-то кучка воров, которая обворовывает собственный народ. И как говорил один из наших лидеров, сидя по горло в дерьме, пытается затащить туда весь остальной мир. Понимаете? Вот против чего мы выступаем сегодня. Вот против чего должны объединяться все здравомыслящие люди. И насчет международного сообщества. Я думаю, что этому международному сообществу и тем институтам сегодня, которые вызваны защищать права и свободы, скажем, малых наций, малых государств, государств, которые сегодня не способны защититься сами из-за их численности, территории или вооружений, да? Международное сообщество должно сегодня проявить больше, чем простую озабоченность. Оставьте ее нахер, вашу простую озабоченность, которую вы выражаете с каждым разом, когда оккупировали Грузию. Когда оккупировали Крым, вы продолжаете выражать свою озабоченность. А потом вы вините людей, что люди радикализируются, прибегают к каким-то радикальным мерам борьбы против агрессора или оккупантов. Да? Не надо доводить до этого. Вставайте, сами русские, выясняйте, кто вами рулит, и пора заканчивать с этим. Я думаю, что это начало конца Путина. Я думаю, что Россия проснется, встряхнется и осознает, кто сегодня загоняет их обратно в ту совковую ситуацию. Спасибо вам. Слава Украине! Слава Украине!